Йо, друзья, всем снова привет, с вами Итан. Проходим Assassin's Creed Black Flag и даем взятку местному чиновнику. Я думаю, сейчас это задание подойдет к концу, и мы возьмем что-то новое. Ты создан для нашего дела. Что по сердцу, то не в тягость. Также обновил я шпаги. Теперь у нас топовое оружие. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Боже, да сам себя послушай. Все грезишь о своей красотке в Англии, а тут любой выбирай, прибежит только по мане. Достойные цели, господа. А ведь я вроде как среди отпетых негодяев. Хм. Да он неплох. Отличная сделка. Этот парень знает толк. А что деле. Команда? Команда ликует. Поговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию. Плантацию? Как смело. И выгодно, если получится. Да. Это идея. На плантации у нас что? Сахар? Так, ну что? Все из-за сахара, черт побери, происходит в этом мире. Ну что, давайте отправляться на плантацию. Известность обнулена. Здесь, значит, мы можем, я так понимаю, давать взятки. Так, мне нужна песня про Гавану. Не это. По-моему, это. Все, плывем, друзья. Весёр Роджер, блин. Нет, такая романтика, конечно, я думаю, многим по душе. Нет сейчас таких приключений, только вот в играх, больше нигде. Конечно, мне, знаете, что больше всего хочется поймать? Я тут посмотрел просто список трофеев животных. Самый дорогой — это шкура белого кита. Наверное, кита альбиноса. То есть это наша цель такая дополнительная. Так, кто там? Канонерка. Ну что там канонерка, правильно? Несерьезно, даже не будем трогать. Так, как нам в каюту капитана попасть? Так, отпускаем штурвал. Давайте попробуем улучшить. Ну, блин, денег-то нет. Я-то думал, здесь все-таки, скажем так, проблема больше, что улучшения недоступны. А нет, 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 нет. Давайте посмотрим. Улучшение галки. Так, боевые орудия есть возможность. Оу. Смотрите, да, мы можем... Нужен нам металл, конечно. Таран. Ну, не знаю, есть ли смысл тарана. Так, мортирные ядра, да? Давайте возьмем тяжелые ядра. Так, здесь все по деньгам, да, улучшается. Так, в отсеках... отсек для мать. Так, блин, даже не знаю, что апгрейдить. Давайте я, наверное, все-таки буду... Экипаж надо собирать. Экипаж-то сила. Так, зажигательные снаряды не надо, тяжелых ядер возьмем. Ну, там дальше уже мощные фальконеты, нафиг не надо. Мощный таран, пушки. Ну, давайте, пожалуй, таран тоже возьмем. Пригодится же. Всякие ситуации случаются, мы будем качать потихоньку. Так. В
все понятно. Да. Я купил необходимую вещь. С близкой дистанции они бьют. И... Да, таран у нас появился. Без внимания. Апгрейд прошел весьма успешно. Вот, значит, там просто будет впереди, я посмотрел, дополнительное задание такое не очень приятное. Ну, может быть, оно и не в нашей серии. Так. Поехали. Это тяжелые ядра, да? Эти сволочи пытаются нас... Так, РТ, блин, я не то нажал. Давайте парня поднимем. У нас команда-то возросла. Нужно людей набирать. Ух. Жесть, жесть, жесть. Так, а как нам поменять-то их? 19. Или они потом у нас сами закончатся, переключатся. Ладно, неважно, друзья, плывем мы. А здесь не проплывешь. Надо огибать. Плывем мы. Так. Блин, мы явно не тот путь выбрали. Ну ладно, окей. Поплыли. Может быть, кого-нибудь убьем по пути. Мне это, конечно, не нравится, что я не могу. Это у нас... да, это у нас, кстати, индикатор всего на свете. Ладно, сейчас огибаем эту... Этот фрагмент суши и уже пойдем дальше. Так. Пока нас даже никто не преследует. Но это хорошо. На самом деле, сейчас без всякой запарки. Мне больше волнует момент, как нам переключить боеприпасы. Именно в бою. Пока что я еще до этого не допер. А, ну смотрите, не так уж и далеко. Мы уже... На месте. Так, ну чё? Давайте сейчас... А, нырнём. Не с того каната я хотел это сделать. Пускай пока что отдохнут. Я точно здесь? Как-то мы уж очень быстро приплыли. Да, черт побери, я на месте практически. Тысяча чертей. Так, как же собраться? Стараюсь, конечно, не всегда, но если есть возможность явная, то я собираю разного рода фрагменты знаний. Андреас Айленд. Ну что, давай. Это как его там, Кит? Да ну, Джонни Кит? Самого Уильяма Кида. Или Уильям Кид, да. Совсем юнец, но такой же озорник, как покойный отец. А, нет, его отец. Да? Рыбка хороша. Я рад встрече, Кенуэлл. А ты все так же элегантен. Стянул костюм у какого-нибудь франта в Гаване? Нет, сэр. Я снял его с трупа, принадлежащего хаму, оскорбившему меня прямо в лицо. Ха. Что ж, ходят слухи о нападении на плантацию. От меня ведь нет секретов? Похоже, что нет. Какой-то голос у него бабский. Каждый день мимо проходят шхуны с сахаром. Везут с соседних плантаций. Они достаточно часто причаливают сюда поторговать. Есть один человек, на котором можно хорошо нажиться. Пожелаешь ограбить плантацию, я его покажу. Ну, конечно. Пожалуйста. Же, мечтаю просто ограбить плантацию.
Этой плантацией владеет господин Бекфорд? Именно так. У него много плантаций. И он безумно богат. Таких-то и нужно грабить. Туман. Где-то чайки. Здесь есть его человек. Проследи за ним, и он выведет тебя к цели. Так, ну вот мы видим. Господин Бекфорд одобрил эти цены, и он уверен в качестве товара. Ну да, патока и тростник ничего так, не поспоришь. Я очень рад, что вы так считаете. Хоть ваше предприятие и несколько сомнительно, вы кажетесь дельными людьми. Да, вот он наш золотой. Мне кажется, он что-то заподозрил уже слегка. Мутный. Мутный офицер, конечно. Ну что еще мне ответить? Так, ну надеюсь, да, не пойдет он. Оп! А сзади никого. За шпагу схватился. Чрезвычайно подозрительный человек. Бофорд, Мэннинг, ко мне. Здесь мы закончили. Да, сэр. Куда дальше? Вернемся на плантацию и загрузим трюмы товаром. Урожай в этом году удался. Говорите тише, сэр. Это ведь не дружественный порт. Глупости. Я только что чудесно пообщался с одним местным. Мы пришли к соглашению. Как скажете, сэр. Так. Давайте посмотрим дополнительные задачи. Добраться до штурвала Галки. Это нам на скорость, да? Да не вопрос. Мы практически на Галке уже. Оу-е. Давай. Не отставай ни в коем разе. Нельзя его упускать. Капитан. Я нечаянно. Вы задумали нечто рискованное? Ой-ой-ой, надо в зону не попадать его. Ну, я зря, конечно, пальнул. Тем не менее, мы вообще вот только начали это задание, именно на море. Нет, флаг, парни. Пора домой. И поэтому, блин, я думал, мы на корабле начнем. Так, можно? Капитан, еще лучше. Вы задумали нечто рискованное? Этот взгляд мне знаком. Да, ты прав, Абе. Так, они уходят. Я только что слышал, как один из людей Бекфорда похвалялся своей плантацией и складами там. Думаю, мы могли бы избавить его от этих товаров и продать по куда более выгодной цене. А, славная мысль. Я только... Блин, такой туман лютый. Давай, красотка, расправь крылья! Да мне пофиг, что здесь запретная зона. Плывем за ним. Ай, жесть. Надо стараться не отставать. Блин, а орлиное зрение здесь никак не контачит. Но зато нам сопутствует попутный ветер. Запретная зона. Так, запретная зона — это область, в которых вам нельзя находиться. Корабли немедленно вас обнаружат, начнут атаковать, кто вы окажетесь в зоне наблюдения. Так, протараторил я быстренько. Ну а что сделаешь? Эти воды охраняют, сэр. Идем тихо. Не знаю, что значит идем тихо. Все давай! Стой, Аде! Впереди враг! Я вижу! Наполни каждый дюйм! Идем вот так вот, да. Марсели, бомбрамсели!
Блин, жесть, как этих стычек-то избегать? Так, ну, окей, я вот в секторе, да, сектор ушел. Надо стараться очень аккуратно, друзья. Блин, конечно, жесть. Там чел еще тонет. Ой, как я хочу пройти отлично эту миссию. Спалили. Впереди враг, сэр. Думаю, это Тендер. Чертов королевский флот. Он один, сэр. Слава богу. Да поможет нам бог. У нас больше никакой надежды нет. На свои острые клинки. На пистолеты. И на Всевышнего. Так, опять у нас агрится. Блин, не угробить бы нашу прекрасную галку. Галину. Блин, стараюсь. Надо прям прямиком шуровать. Прямо на утес, сэр. Это человек Питера Бекфорда. Ой, блин. Сахарная империя Бекфорда. Избегайте стычек, нам удалось это сделать. Я знаю эти имена. Другие рабы проклинают их. Это хорошо. Работал на плантации, да? Так, да, прямиком. Я давай. Я работал в варочной. Варочной? Что же там варят? Тростник? Или что другое? Сок тростника. Героин. Делать сахар непросто и опасно. Потому он и стоит так дорого. Как устроен рабочий процесс на плантации? Сначала тростник срезают, потом перетирают между железными... Так, ветер поменялся. ...и давят сок. Потом, чтобы выпарить воду и получить сахар, мы кипятили собранный сок в огромных медных чанах. И знаешь, брат мой, нет ничего горячее кипящего сахара. Да. Он липнет кожа, как птичий помет, и жжет, оставляя страшные шрамы. Господи! Ой, блин! Ужасный шторм. Но, друзья, у нас, в принципе, неплохо. Неплохо получается, более-менее. Слишком мы... Слишком близко вставать нельзя. Солдаты с плантации точно поймают нас. Бросай. Стоп. Причаливаемся. Так, все. Сейчас просто надо убедиться, что мы действительно избежали. Да, избежали стычек. Друзья, ну, блин, все прям очень круто идет. Даже слишком хорошо, я бы сказал. Так, доберитесь до проверенного. Все, побежали. Тут и статуя Майи. У нас просто нет времени фейлиться. Что здесь случилось? В чем дело? Отметили, сэр, вот и все. У Джонса именины. Пьяные, что ли? И вы осмелились выпивать на посту? Не беспокойтесь, у нас все улажено. Что ж, скоро узнаем. Сегодня нужно удвоить стражу. Удвоить, сэр? Но зачем? За мной следили по пути сюда. Если не ошибаюсь, пираты. Хотя корабль был слишком велик для этих негодяев. Но точно не работорговцы, судя по кораблю. Надо оставаться в зоне. Удвойте стражу, пьянчуги. И смотрите, не проморгайте ничего важного. Чувствую, у нас будут серьезные испытания. Так, прослушка. Блин, ну что? Эй, наверху шевелись, работа не ждет. Хитрый он, хитрый. Я буду смотреть в оба. Мужик. Есть такие люди в наше время, этот офицер. На шару. Так. Бог мой, что такое здесь творится сегодня? Как собираешься бить тревогу, если ты мертвецки пьяный на ногах не стоишь? Да, лол. Сейчас он всех будет это раздрючивать. Так, там солдатики. Кто здесь? Оу, я.
аккуратненько. Все хорошо. Кто здесь за все отвечает? Мне нужно попасть на склад и немедленно. У кого из вас недоумка, ключ от склада? Да, интересная миссия, определенно. Ну, такая длинная. Резвых здесь совсем нет? Дайте мне ключи от склада. Так, найдите обладателя ключа. Друзья, ну давайте. Найдите мне ключ. Какие дополнительные задачи? Блин, не то опять нажал. Нажал. Давайте посмотрим. Повредить сигнальные колокола. Ну, слежку мы закончили. Это определенно хорошо. Один колокол у нас там. Блин, задача, конечно, будет адски сложная, причем... Так, там офицер ходит. Кто-нибудь придет? Давайте. Надо потихоньку их мочить. Иначе нам... Эй! Иди сюда! Да, золотой, ты. Потихоньку сейчас их перережем здесь. Потому что... Так, там двое идет. Один на меня смотрит. Здесь сможем его? Нет, не сможем. Там у нас есть... Так, а может быть у этих? Да, 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 да. Вот наш ключик. Это хорошо. Надо их тоже как каким-то макаром, да? Я думаю, завалить. Но еще и с колоколами тоже заняться. Что-то я палюсь так. Иди сюда. Так, ну его по-любому надо резать. На вышке солдат. Так, давайте пометим наши цели. Там. Блин, там этот. Сейчас, друзья. Да, 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 да. Вышечник нам определенно мешает. А где же еще колокол-то? Где-то впереди, наверное. Блин. Не, друзья, ну как бы я не знаю. Этот забор гребаный, он мешает больше всего на свете. Вот честное слово. Так, там сено. Блин, че он палит? Он смотрит в эту сторону в любом случае. Вот в любом. Может быть, есть шанс, когда он начинает двигаться. Да, вот, например, как сейчас. Но эти нет. Как-то надо его ловить. Так, иди сюда. Отдохни. Потихоньку, помаленьку. Да, здесь прям написано, что стелс должен быть таким весьма... Блин, опять. Что же это такое-то? Гребаный забор. Палит, 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 палит. Ну, у нас ничего нет. У нас есть метательный нож. А, блин, тоже ножом. Как нам этот колокол гребаный повредить? Ладно, здесь двоих сняли. Там есть возможность, нет? Так, иди сюда. Я дичайше извиняюсь, но здесь, блин, просто невыносимо у меня жара, и поэтому грузовик, я думаю, вы его слышите, да? Так, этот идет сюда. По идее, на меня больше никто не смотрит. Они идут прямо в мою сторону. Того режем, режем того, кто на вышке. И будет нам счастье. Рабам пофигу. Да, проблемы хозяина рабов не волнуют.
Сейчас мы вышечника снимем. Блин, с таких столько много людей перерезали. Даже, знаете, не паримся. Блин, как же нам... Тоже не докинешь. Там дальше дротики можно будет использовать. Вещь, конечно, очень крутая. Но пока что нам она, увы, недоступна. Так, смотрите. Есть хороший вариант. Если нас, конечно, не запалят. Там эти куда идут? Вниз смотрят. Вот метнуть, во-первых, запрыгнуть на вышку вот с этого дерева, да? И, блин, они с ключами. Ой-ой-ой. Так, прячемся. Видите, тоже палимся. Почему он в эту сторону смотрит? Ой-ой-ой. Очень тяжелая миссия. Как бы слов нет. Тут еще этот ключник. Блин. Вроде бы все тихо. Да? Никто нас не видит. Ключик вон там. Колокол вон там. Не разбились, и отлично. Резал я уже такие колокола как-то в одной из серий. Так, следующий колокол. Так, давайте посмотрим. Блин, опять я путаю между картой постоянно. Тем временем у нас уже серия, конечно, переваливает. А следующий колокол у нас вот здесь находится. Так, друзья, ну я думаю, все. В следующем эпизоде, потому что слишком долго это длится, наш стелс. Поэтому с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось. И в следующей серии мы это все добьем обязательно.